Конференцию. Я надеюсь, все меня хорошо слышно, хорошо видно. Итак, я делюсь с вами экраном, дорогие друзья, и мы начинаем нашу сегодняшнюю конференцию. Итак, мы говорим сегодня о клондайке 21 века, да, то есть то, что ищет каждый абсолютно. Да, то есть я хочу поздравить абсолютно каждого из вас, кто находится на этой нашей встрече онлайн, да, поскольку сейчас вы узнаете, где возможно найти тот самый путь к вашим мечтам, да, ускоренный путь к вашим мечтам. Итак, мы поговорим о прекраснейшей просто возможности, да, которая бывает один раз в жизни. И то не всегда для всех, скажем так. Да, то есть только для тех, кому, скажем, чуть более повезло, чем всем остальным. Итак, дорогие друзья, я поговорю сегодня о компании, которая пришла к нам из Соединенных Штатов Америки. Компания, которая, естественно, легальная. Компания, которая находится в штате Канзас, да, вот, и эта компания, дорогие друзья, просто приносит то, что каждый из вас ищет, да, то есть, что сегодня происходит вокруг нас, давайте посмотрим просто вокруг нас, что происходит, да, то есть, вы наверняка увидите, что каждый из людей, которого вы заметите, да, что-то делает в своем айфоне, да, или смартфоне, что же они там делают в этом смартфоне и айфоне, а делают они следующее, дорогие друзья, они играют. Они играют в мобильные игры, да? Почему? Потому что это является сегодня самым быстро развивающимся международным, да, мировым трендом нашего времени в плане, вот, скажем, перехода на мобильное, скажем так, да? То есть вы знаете, что всегда во время переходов происходят потрясающие вещи, да? То есть люди зарабатывают огромное состояние, и вот такой вот переход происходит сейчас. Значит, давайте посмотрим несколько из таких вот происхождений, скажем так, событий, скажем так, да. Значит, компания Angry Birds, да, создала игру мобильную, которая называется Angry Birds, да, наверняка вы слышали такую игру, да, $100 000 обошлось компании сделать эту игру, да, сегодня эта игра оценивается более $1 000 000,000. Более того, 200 миллионов человек и даже больше, чем 200 миллионов человек играют каждый день в эту игру. 200 миллионов человек, задумайтесь в эти цифры. Фантастика, не так ли? Candy Crush, игра, которая за первый год заработала $550 000 000,000. Сегодня оценивается более чем $4 000 000,000, дорогие друзья. Какая-то игра мобильная, $4 000 000,000. То есть компании сегодня с физическим продуктом столько не оцениваются, да? То есть огромные компании. То есть происходит что-то феноменальное, что-то сумасшедшее. Да? Сегодня именно о таком тренде мы поговорим с вами. Более того, да, то есть наверняка вы слышали по всем новостям, сегодня говорят о покемоне, да, то есть пришла какая-то игра, да, и побила все рекорды, да, то есть произошло что-то сумасшедшее, идет какая-то эпидемия, какой-то вирус, да, то есть это то, что невозможно остановить, дорогие друзья. Нравится вам это или не нравится? Это факт, да. Итак, что же происходит, дорогие друзья? Значит, эта индустрия, этот тренд в прошлом году составил $40 000 000,000 прибыли. Да, 40 миллиардов. В ближайшие два года этот тренд увеличится до $60 000 000,000 и более. Заметьте, 20 миллиардов дополнительных. Куда они пойдут? Хотите ли вы получить часть этого вкуснейшего пирога? Если да, то я хочу вас поздравить, потому что вы находитесь в правильном месте, в правильное время и с невероятно правильной информацией. Да. Знаете, кстати, такого, как Уоррен Баффет, Билл Гейтс, Стив Джобс? Да? Наверняка знаете, не так ли? Да? То есть, знаете, что обобщает этих людей? Они все находились в правильное время, в правильном времени, с правильной информацией и действовали. Вот сейчас, дорогие друзья, перед вами открывается такая возможность, если вы умеете принимать правильные для своей семьи решения быстро. Да? Если вы не умеете, то кто-то, возможно, вас в этом опередит. Значит, $20 000 000,000, дорогие друзья, сегодня доступны каждому из вас. Потому что эта компания, о которой я расскажу, в прямом смысле слова открывает для нас этот невероятно сумасшедше развивающийся мировой тренд. Такая возможность у вас может быть один раз. И вы сейчас поймете, почему. Компания GameLoot Network, да, это компания, о которой мы сегодня поговорим, очень вкратце, да, потому что время это все абсолютно, да, это не только деньги, это гораздо более того. Итак, что это за компания? Эта компания позволяет своим клиентам, которых, кстати, примерно в три раза больше платных клиентов, чем партнеров, и это, кстати, отличный знак,
Да? Значит, это отличный знак. Значит, эта компания позволяет не просто получать удовольствие с этого огромного тренда, который и так имеет огромный спрос, да, с компанией без компании, да, то есть это факт. Вот. А также соревноваться с друзьями, с семьей, выигрывать призы, физические призы, да. И это потрясающе. И более того, получить доступ к невероятно мощнейшему маркетинговому плану, да, который просто-напросто, ну, бьет абсолютно всевозможные реальные рекорды, да. И мы сейчас поговорим об этом. Значит, что же это за компания, да? Это компания, которая выбрала четко свою дорожку, свою тропинку. Это компания мобильных игр, да. То есть вы знаете, что происходит сейчас, переход на мобильное, да, то есть с компьютера на мобильное. Именно в такие переходы зарабатываются состояния. Недаром Уоррен Баффет сказал когда-то, для того, чтобы заработать огромное состояние, вам не нужно заканчивать три университета для этого, да, и быть сверхумным. Нет, это не помешает, естественно. Но вам нужно просто оказаться перед трендом. Да, просто перед трендом. Дорогие друзья, у вас есть такой шанс прямо сейчас. Итак, компания уже на сегодня имеет 8 мобильных игр, которые работают как через Apple Store, так и через Google Store. Да? То есть вы можете скачать их на iPad, iPhone, смартфон, тачпэд, планшет и так далее. Вы поняли, о чем я говорю. Да? То есть все мобильное, скажем так. Они уже работают, да, игры потрясающие. Да? То есть, кстати, компания сейчас, прям в это же время, разрабатывает еще дополнительные 12 игр, которые будут доступны для наших клиентов по всему миру. Да, до конца этого года. Более того, компания за 24 ближайших месяца собирается запустить еще 100 мобильных игр. То есть представьте, о каком лидере тренда мы сейчас говорим с вами. Итак, что же получают наши клиенты? У нас, во-первых, есть три статуса в компании. Есть бесплатный клиент, да, это тот, который просто бесплатно играет для удовольствия, как, например, вы наверняка, да? Ну, недаром это тренд. У нас есть платный клиент. $10 наши клиенты платные платят каждый месяц. Почему? Потому что им это выгодно. Да, потому что они не просто хотят играть и получать удовольствие с этого невероятно огромного тренда, но также и получать физические призы. Да, вот такие, как вы видите, например, здесь. Да, призы постоянно пополняются, меняются и так далее. То есть вы найдете то, что вам хочется. И это самое главное. Естественно, получив приз, да, вы, естественно, никуда не денетесь, вы расскажете абсолютно всем, что здесь, в этой компании, не только люди приходят за удовольствием, как других, но здесь также люди получают настоящие физические призы. Учитывая, что компания работает с продуктом 21 века, с продуктом, который доставляется дигитальным образом. Да? Но физические призы, они настоящие, как вы понимаете. Не дигитальные, а физические призы. Да, что просто потрясающе. И у нас есть такая позиция, такая как амбассадор. То есть амбассадор – это человек, который делится информацией. Да? То есть человек, который помогает другим людям, скажем так. Значит, это стоит 124,99 в месяц, да, естественно. То есть это ваш бизнес, ваш международный бизнес, не выходя из вашего офиса. Да? Вот. Значит, кстати, для тех из вас, которые говорят 124,99 в месяц, да, для вас у меня есть кое-что. Знаете, дорогие друзья, сколько стоит открыть, ну, самый паршивенький магазинчик? Занюханный, извиняюсь за выражение, да? Ну, никакой вообще магазинчик, да, куда люди просто не захотят зайти. Поверьте мне, гораздо больше, чем это. В десятки раз, в сотни раз, да? Даже если вы продукты не купите в этом магазине, да, он, это гораздо-гораздо дороже обойдется вам. И шанс того, что вы там не достигнете успеха, в сотни раз больше, чем здесь, дорогие друзья. Потому что здесь, работая в правильной команде, да, с правильной системой, которая создает то, что создает, я не буду никого пугать цифрами, да, вы добьетесь однозначно успеха, если будете действовать. Да, значит, что получают наши амбассадоры? Они получают в 10 раз больше продукта, да, потому что им нужно делиться продуктом, естественно, дигитальным образом. Да, и получают все необходимые для бизнеса инструменты маркетинговые. Да, это стоит 124,99. Вы не обязаны, кстати, покупать продукт, если вы не хотите. Вы вообще ничего не обязаны, скажем так. Да? То есть все в ваших руках. Далее. Значит, как получить квалификацию на комиссию? Да, на первую комиссию. Значит, первый статус компании называется Рубин. Для того, чтобы выйти на статус Рубин, вам нужно просто помочь трем людям. Кстати, знаете ли вы трех человек, которым деньги нужны сейчас? На целой планете наша Земля. А, конечно, вы знаете, а что, вы с другой планеты? Нет, конечно, всем нужны деньги. А кому не нужны? Я хочу вас поздравить, дорогие друзья, потому что вы сейчас
как только вы сказали этим людям, что они могут здесь эти деньги найти, очень быстро, кстати, ну, если они люди действия, да, не просто лентяи какие-то. Лентяи, кстати, вам не нужны, не впускайте их в бизнес свой, да, то есть они это могут сделать очень быстро здесь. Вы, кстати, вышли на статус Рубин, и я поздравляю вас с этим. На этом статусе вы получаете $150 бонус за то, что вы Рубин, этой великолепной компании, пришедшей надолго, компании, в которой собраны самые лучшие из лучших, да, начиная с адвокатов, топ-адвокаты индустрии, и заканчивая партнерами, лидерами и так далее. Да? То есть я не говорю про руководство. Там самые лучшие находятся. Значит, кроме того, что вы получаете $150 бонус одноразовый за статус Рубин, вы получаете ежедневный, заметьте, пассивный доход. Ежедневный пассивный доход. $5 каждый день за единожды выполненную работу. Если вам это недостаточно, я очень надеюсь, да, то следующая позиция называется Рубин 2. И для того, чтобы выйти на эту позицию, вам нужно всего-навсего сказать вашим знакомым, что вы сделали, да? То есть они, естественно, то же самое сделают, ведь они пришли за деньгами, не так ли? Иначе вы их не впустили бы, не так ли? Да? То есть вы уже стали на позицию Рубин 2 и получили $300 дополнительный бонус за Рубин 2, и уже вы получаете не $5 ежедневно, а $20 каждый день, без выходных, без праздников. А это $600 в месяц. То есть это уже довольно-таки вкусно, не так ли? Для многих из вас. Да, кто находится в странах, где $600 – это солидные деньги. Да, то есть здесь, в Канаде, это не серьезно, но неважно. Это тоже не деньги, которые не валяются. Далее, дорогие друзья, вам этого недостаточно? Я очень надеюсь, да? Тогда вы выходите на статус Рубин 3. Почему? Потому что ваши ребята сделают то же самое. Да, они своим скажут ребятам, ребят, да, вам нужно просто сказать трем людям, и все. Это просто. Вам не надо тянуть это месяц, два, год. Сделайте сегодня. Ведь вам деньги нужны сегодня, же вы сказали. Да? То есть вы уже Рубин 3, за это вы получаете $600 дополнительный бонус за Рубина, да, Рубин 3 статус, и уже вы, дорогие друзья, получаете не $20 каждый день, а $30 каждый день пассивного дохода, да, того самого, который вас выводит на ту самую тропинку к вашей финансовой свободе. Далее, я надеюсь, вам этого тоже недостаточно, очень надеюсь на это. Да? Для тех, кому этого недостаточно, сядьте поудобнее, дорогие друзья. Потому что вы сейчас увидите то, что вы никогда еще не видели. Да, этот маркетинг, он как прост, так и сверхденежен. Настолько прост и денежен, что ветераны этой индустрии говорят, мы такого никогда даже и не представляли. О чем говорить вообще? Да? Значит, вам, дорогие друзья, для того, чтобы достичь последнего статуса в этой компании, да, максимального, а это $3000 каждый день с одного аккаунта, а если у вас два, там, например, на кого-то еще из своих, да, то это два раза по 3000 в день. Каждый день. Я не говорю про все остальные бонусы. Вы удобно сидите? Отлично. Значит, вам нужно всего-навсего сделать две квалификации. Вам нужно три регистрации личников, да, то есть три активных личника иметь, естественно. И вам нужно просто-напросто командный товарооборот, в котором и переливы, и непереливы, и так далее, и тому подобное. То есть все, что под вами, это все ваше. Да? То есть, при таких минимальных квалификациях, дорогие друзья, вы в состоянии создать для себя финансовую свободу очень и очень быстро. Ну, если вы действуете, естественно. Да, то есть $3000 ежедневный пассивный доход открыт также сегодняшнего дня, потому что у вас есть информация и для вас, дорогой друг. Значит, на статусе, каждом дополнительном статусе вы получаете вот эти вот бонусы. Да, то есть сами посмотрите. А это, в свою очередь, даже не 750 тысяч, как я считал, я как-то неправильно посчитал, а гораздо более того. Да, то есть сами посчитайте. И это еще не все. Да, то есть, если вы лидер, если вы любите людей, если вы пришли за очень большими деньгами и очень быстро, то для вас только все начинается. У нас идет сумасшедший промоушен, да, просто невероятный промоушен. Это просто бомба. Называется он Builder Bonus Promotion, так называемый лидерский бонус. Значит, как он работает? Как только ваши три личника первых, да, или вторых, или третьих, неважно, три личника ваши стали рубинами, да, то есть это три регистрации, то вы выходите на полосу к успеху, сверхбыструю полосу к успеху. Почему? Потому что начиная с четвертого лично приглашенного вами Рубина, подчеркиваю, Рубина, да, то есть триличника, вы получаете дополнительно билдер-бонусы за каждого до $7100 за каждого человека, который пришел зарабатывать деньги. Поэтому не впускайте тех, которые пришли не зарабатывать деньги. Просто не впускайте. Пусть телевизор смотрят. Или пусть пирамидку пойдут поиграют там, да? $7100 на кону за каждого человека. Как вам такое?
Да, вы меня правильно слышите. 7100 долларов за то, что ваши личники пришли зарабатывать деньги. Вы меня правильно слышите? Итак, дорогие друзья, время принимать решение. Да, вы можете, конечно, принять решение завтра, и через недельку, и через две, и через годик-два. Да, то есть мы никуда не уходим. Компания пришла надолго. Эта компания основывалась очень-очень тщательно, очень долго. Да? Очень долго. Но если вы умеете принимать решения здесь и сейчас, я хочу вас поздравить и сказать вам добро пожаловать в команду долларовых миллионеров. Да, кстати, у этой компании потрясающая миссия. Они хотят за 24 месяца создать тысячи долларовых миллионеров. Дорогой друг, разве вы не заслужили того, чтобы достичь все свои цели быстро? Добро пожаловать в команду. С вами был Борис Пелах, Монреаль, Канада. Всех-всех благ, удачи!